Итак, с этого видео начнется у нас наш супер-пупер вафельный бизнес. Итак, мы сейчас находимся в кафетерии Центрального университета Северной Каролины. И что мы можем видеть? Итак, как этот процесс происходит? Значит, есть такая установочка, где у нас наливается... Так, блин, одной рукой неудобно. Ну ладно, поставим. Значит, я так понимаю, это жидкое тесто для вафли. Мы его налили, оно бывает разных консистенций, иногда чуть гуще, иногда чуть пожиже. Вот, и уже вафельница, которая разогрета, мы просто... Блин, я тупанул. Ну ладно. Есть еще маслица, чтобы не пригорала сама вафля. Мы сюда ее, соответственно, попшикали. И туда тоже можно наверх. И выливаем вот это чудо. Ну, мы много не будем делать. Не будем делать полную вафлю. Вот сколько есть в этой чашечке, столько и вылили. Все. Это дело накрывается на 2,5 минуты. Оно запищит, когда сделается. Собственно говоря, вон написано то, что это Fresh Baked Waffles. И даже, собственно говоря, по-моему, сама фирма этой штуки. Ладно, по сути, что у нас дальше? Пока готовится эта ерунда, у нас есть здесь сиропы кленовые или еще какие-то, кто его знает, очень вкусные. Это, собственно говоря, вафля поливается сверху этого всего. Но самый писк у нас получается не тут. Самый писк у нас получается тут, где есть взбитые сливки, клубника, разные типы варенья, фон персики, шоколад в любых формах его проявления. Вот. И также мы это дело обходим. У нас есть разные типы масел. Да, ну, собственно говоря, это, этим всем можно делать свою вафлю уникальной. По сути, все. Вот и вся идея. Так, ну, пока эта штука готовится, можно передать привет Анастасии Закаблуковой, которая сейчас усердно думает над названием нашего вафельного бизнеса, чтобы было коротко, красиво и всех привлекало. А мы ждем, пока наша вафля запищит. И, собственно, ну, собственно, все. На этом, значит, по сути, просто нужно теперь будет узнать рецепт этого теста, который будет заливать, закупить этих вафельниц и бомбить. Ладно, включимся, когда вафля приготовится. Ну что, я искренне надеюсь, что вафля сейчас запищит. Мы ее получим. Сразу можно себе будет приготовить тарелочку. Ну вот, она и запищала. Теперь делаем простым движением. Переворачиваем фигню, открываем. И вот наша вафля. Мы ее берем и кидаем вот сюда. После чего, соответственно, легко идем сюда. Ну, сиропом поливать не будем. Хотя бы стоило. Черпаем взбитых сливок. Черпаем клубничного варенья. И все-таки бахнем немного сиропчика. Вуаля, вафля готова. Пойдемте жрать ее.